Дорогие друзья, приветствую вас! Сегодня четвертая часть видео, как я пришел к теме ингаляции водорода, водородная вода и многое другое. Это обзорное видео, первые части закреплены в описании и в комментариях, поэтому рекомендую сначала ознакомиться с ними, дабы вся картина у вас была на поверхности. Последнее, о чем мы с вами говорили, это разнообразие технических решений, каким же образом можно получить водород при помощи оборудования с протонообменной мембраной, а также классический электролизер, который, опять же таки, работает только при наличии калия OH в большом количестве. И я бы не рекомендовал данное техническое решение для помещения этого получаемого водорода со смесью кислорода в ваши легкие. Что, в принципе, к чему я пришел? Стало понятно, что протонообменные мембраны, а, недолговечные, ну, на мой субъективный взгляд, опять же таки, б, дорого, производительность устройств намного ниже, как минимум, в два раза, то есть устройство от 115 тысяч, оно где-то приблизительно 150 мл водорода чистого делает и порядка 200 мл кислорода. По поводу смеси. Чистый водород или смесь? Но зачастую корейцы, японцы, китайцы делают именно смесь водород плюс кислород, потому что физиологически нам все равно нужно дышать кислородом. Ну, какая разница, то есть кислород плюс водород, тем более то количество водорода, которое производится, плюс кислород, оно достаточно хорошо, гармонично сочетается. Напомню, что мы дышим с вами 12 раз в минуту, и нам достаточно одного вздоха для того, чтобы не дышать целую минуту. Но на самом деле мы дышим 12 раз по той простой причине, что 95% для чего мы это делаем, это для того, чтобы удалять из организма углекислый газ. А 5% мы всего лишь с каждого вдоха усваиваем кислород. То есть мы не усваиваем на 100% кислород, который мы вдыхаем. Имейте это в виду. Я начал думать, а каким же способом можно решить эту задачу и в свою жизнь внести ингаляцию водорода. Я изучил, какие у нее основные положительные моменты по здоровью. На тот момент я понимал, что мне нужно дополнительно улучшить качество жизни моей мамы. У нее, так скажем, была гипертония, аллергия. И, в принципе, как вариант рассматривал, что данное техническое решение поможет мне в этом вопросе. То есть я с благой целью начал рассматривать сугубо для своих личных целей, для себя и для своей мамы, дабы улучшить ее здоровье, уменьшить количество медикаментов, которые требовались для корректировки давления и многое-многое другого. И я начал искать подходящее техническое решение, то есть одно, второе, третье, мне ушло практически около 8 месяцев, чтобы найти правильное сочетание технических решений, материалов, соотношения вольтов, амперов, регулировка, корпус и многое-многое другое. Много было потрачено на это времени, ресурсов, и я это делал, ну, сугубо для того, чтобы моя мама как минимум прожила дольше, вот, и улучшить качество своей жизни. И когда я достиг определенных результатов, ну, в январе 2 года назад я изготовил аналогичное устройство маме, отвез, и она начала его эксплуатировать. И я начал эксплуатировать, да, это же устройство. Я полностью перешел с бесконтактной активации воды именно на барботирование водородом, потому что это было быстро и эффективно. Вот, поэтому по большому счету, где-то на 3-4 месяц у мамы начались реальные сдвиги, то есть у нее пошла стабилизация давления, но давление начало понижаться, организм начал постепенно перестраиваться. Вот спустя где-то на полгода мы снимали видео обзорное, у нее стабилизировалось давление, у нее прошла аллергия. Ну, эти видео более подробно с ее выступлением вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. То есть видео с обзором мы, конечно, с отзывом ее закрепим в конце этого видео, чтобы вы сильно далеко не плутали. Вот. И у меня как бы пошли улучшения, то есть чистка организма определенная. То есть я знаю, что такое чистки. Я когда веганил, занимался голоданием. И в принципе я понимаю, то есть когда вот все это происходит,
У меня первое время вообще жестко шла очистка. Я порядка, ну, наверное, месяца двух-трех у меня слизь шла из легких. То есть получается, я постоянно что-то, извиняюсь за подробность, сплевывал. То есть, потому что, ну, вот так в моем случае, да, она выражалась. Эксплуатация проходила, пил водородную воду, и у мамы пошли такие мощные изменения. Я просто обалдел и как бы принял решение, что, ну, я не могу, в принципе, об этом молчать. И нужно поделиться, что у нас есть такая уникальная возможность. Оно работает, оно более надежное, оно не требует какой-то специфической воды. Вы можете использовать обычную воду, она долговечная. То есть очень толстые электроды, которые могут служить десятки лет. Это чистка электродов, возможно, каждую неделю, поэтому это тоже немаловажный фактор, что вы можете обновить или почистить электроды во время эксплуатации на всей протяжении, так скажем, жизни прибора. И это тоже немаловажный фактор, то есть не нужно какие-то специфические средства моющие чистить. Обычная лимонная кислота, она позволяет вам произвести чистку электродов, в инструкции все указано, как это сделать. И опаньки, то есть пошли результаты, открыли дополнительно YouTube канал «Ты здоров», на котором вы и находитесь, по-моему, в мае месяце, да. До этого видео размещались на первом строительном канале Сергей Полупанов. Вот, и одно, второе, третье, и вот на сегодняшний момент, практически за 2 года нашей деятельности, достаточно большое количество, так как мы не являемся производителями медикаментозных каких-то оборудований, это профилактика, да, то есть это как биологически активные добавки, это профилактика, то есть это как ингалятор Фролова, который вы дышите углекислым газом, и ваши функции организма восстанавливаются. А в нашем случае это то же самое. То есть вы как бы эксплуатируете его для улучшения качества жизни и не более того. Поэтому все необходимое вы можете проконсультироваться с вашим лечащим врачом, посмотреть большое количество научных статей, которые у нас представлены на нашем канале, в открытом доступе в интернете, на международном институте, который периодически мы озвучиваем статьи, исследования, что происходит, как происходит. Имейте в виду, тема кислорода, она изучалась порядка 300 лет. 300 лет люди изучали, как воздействует кислород на клетку человека. И только, получается, 4 года назад была получена Нобелевская премия рядом специалистов, которые закончили, как бы завершили эти исследования и подытожили все это. Тема водорода жиждется с 2007 года, и ей порядка 15 лет. То есть она фактически еще младенец, да, то есть в зачаточном состоянии. Поэтому, возможно, вы можете дождаться лет через 300 при наличии бессмертия, и тогда вы точно научно будете покупать в каком-то специализированном магазине ингалятор водорода. Но если вы более прогрессивный, да, то есть той информации, которая сейчас уже представлена, и отсутствие побочных эффектов, и что водород является мощнейшим антиоксидантом, имеющим омолаживающие свойства, восстанавливающие функции вашего организма, и многое-многое-многое другое, это в последующих видео мы так будем там все так культивировать. Вот. Это привело к тому, что, блин, ну надо пользоваться. Просто для меня в моей жизни это стало неотъемлемой частью моей жизни, моего образа жизни. Я думал, что, в принципе, я не смогу спать в назальных конюлях, такой ворочаться, думаю, будет спадывать все. Нет. Нет, как бы в моем случае я сейчас эксплуатирую порядка 16 часов в сутки, 3 месяца уже в ночном режиме ингалятора водорода Амрита, и мне нравится. Это настолько классное ощущение, вот последний из наших клиентов получил буквально неделю назад, и он мне сказал такую удивительную фразу, которую периодически произносят многие наши клиенты, но люди такие, что они не хотят иной раз делиться. Мы попросили у него комментарий, отзыв, можно так сказать. И он сказал, говорит, Сергей, говорит, знаешь, у меня вот жизнь была до ингалятора водорода Амрита и после. Я говорю, серьезно?
Он говорит, да, ну просто у меня, говорит, панические атаки были. Ну, с его слов. Получится комментарий, в последующих видео как-то закрепим скриншот. Панические атаки, которые ушли просто. То есть я перестал психовать, нервничать, когда ты просматриваешь какие-то новостные ленты, и начинается все это просто взрыв мозга. Говорит, я работаю за компьютером. Через час у меня глаза просто в песок превращались, я начинал бегать, прыгать, то есть мне начинало все это нервировать, то есть организм хотел переключиться, но это нормально. Позже я расскажу, почему. Сейчас, говорит, я у него стоит ингалятор водорода, хоть и он приобрел ночную версию, но пока эксплуатирует вот в такой, в лайтовой версии, не знаю почему. Вот, и он 3 часа в день находится за компьютером и говорит, я сейчас усталости вообще не чувствую при работе за компьютером. То есть я решил эту проблему. Сон, говорит, просто потрясающий. Говорит, перед сном еще душу и просто, говорит, улетаю. Это немаловажно, потому что об этом мы поговорим в следующих видео. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Все дальнейшие оды или продолжения такой простой беседы я поделился с вами опытом, информацией. Дело и выбор остается за вами. Что делать с этой информацией? Как ей воспользоваться? Подробности о комплектации генератора водорода Амрит, который мы производим, по ссылкам в описании на нашем официальном сайте. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, дабы узнать продолжение этой истории. И предыдущие истории рекомендую посмотреть в комментариях закрепленные. Вот, ваше приключение в мир водородных технологий продолжается. Переходите в заинтересовавший вас плейлист, и я с вами не прощаюсь.